Привет, ребята! И сегодня я попробую сделать слайм из жвачек. Если вам будет интересно, тогда смотрите это видео до конца. Все говорят, что слайм – это обычная жвачка для рук. И поэтому я решила вместе с вами, ребята, сегодня проверить, получится ли флаффи слайм из обычной жвачки. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Ведь новое видео выйдет очень скоро, и вам не придется скучать. А теперь поехали! Итак, ребята, я использую обычные подушечки Orbit. Они мятные. Раскрываем. Используем 3 пачечки. Теперь я их подогрею в микроволновке. Ну вот, мы подогрели на 30 секунд с паузами каждые 10 секунд. Ребята, только вы будьте очень осторожны, ведь они горячие внутри. Ребята, я разомяла подушечки как могла. Аромат просто великолепный. Пахнет мятой, а не клеем. А теперь для загустителя этого слайма, как вы думаете, что это будет? Я использую обычную воду. Видите, немножко загущается. Добавим еще. Рискнем, ребята, взять его в руки. Отдираем его от тарелки. Ребята, он даже подхрустывает. Классно вышел. Слайм очень похож на жвачку для рук. И с ним прикольно поиграть. Но он не кликает. Но очень-преочень хорошо тянется. Ребята, оставляйте свои комментарии. Я всегда их читаю и отвечаю. Также с него можно делать розочку. Хоть маленькая, но красивая. И он размазывается. Флаффи слайм или жвачки для рук у нас получился. Всем пока, ребята, и до новых встреч. Вы были на канале Эллен Стар. Пока-пока!